Другим новостям, рудник «Хмир» готовится к историческому событию. Там осталось добыть 150 тысяч тонн руды до проектного миллиона. В этом году предприятие выйдет на максимальный уровень своей мощности. В прошлом году горняки добыли около 800 тысяч тонн. Подробности у Ларисы Удовенко. Нажимаем, и конвейер запускается. Ну и начинаем качать сплошевое. Без автоматизации производства план не выполнить. Все конвейеры в шахте управляются дистанционно. Машинист нажимает несколько кнопок, и руда с подземных горизонтов мира начинает свой путь на гора. За смену запускается конвейер 2-3 раза. Вот наша руда, руда рудника «Мир». Мы находимся на 410-м горизонте рудника «Мир», по этому магистральному конвейеру руда подается на выдачу к скипам ствола. Сейчас мы работаем в режиме 2800 тонн в сутки, обеспечивая годовую производительность рудника 1 миллион тонн руды. И в таком режиме нам предстоит работать в ближайшие 50 лет. Выполнение плана в шахте определяют тоннами руды и метрами проходки. За сутки комбайн вырубает около 10 метров алмазоносной руды. Идеальная ситуация, когда все шевелится, все крутится, ничего не ломается. Все в работе. На руднике гордятся тем, что удалось сократить простои техники. Шахтеры усилили профилактику и ежесменный мониторинг. Аварийных остановок стало меньше, производительность выросла. У нас численность в 2016 году изменилась в меньшую сторону. При этом при плановых показателях 750 тысяч тонн руды в год в 2015 мы в 2016 уже добываем миллион. Получается, практически тем же самым количеством персонала мы подняли производительность, ну, как минимум на 25%. Миллион в год – цифра рекордная. Столько не добывают ни на одной подземке «Алроса» в Якутии. Сейчас глубина шахты «Мира» около километра. Добыча ведется на трех горизонтах. Идет строительство еще двух подземных уровней. В конце декабря «Мир» выйдет на проектную мощность. До заветного миллиона горнякам осталось добыть еще около 150 тысяч тонн руды. Лариса Удовенко, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».